Зебрасома желтая или желтый парусник – одна из самых популярных аквариумных рыбок для морских аквариумов. Она входит в десятку по популярности. Ее характерные признаки – это яркий цвет, выносливость и относительно низкая стоимость. Кроме того, эта рыбка медленно растет и живет долго. Когда все плавники желтой зебрасомы полностью выпрямлены, ее высота почти такая же, как длина, и это делает рыбку на вид почти дискообразной. Здоровая зебрасома очень любопытно будет интересоваться своим окружением и хозяином, и активно в течение всего дня. Зебрасома желтая относится к семейству рыб-хирургов. Зебрасома желтая станет замечательным дополнением вашему морскому аквариуму и его сообществу. Эти морские рыбки относительно спокойные и ладят с очень многими соседями по аквариуму. Однако, не рекомендуют содержать ее с другими зебрасомами, в том числе и желтыми. Хотя, если желтых зебрасом начать содержать в одном аквариуме в очень юном возрасте, они прекрасно уживаются вместе. Эти дерзкие по своей природе морские рыбки очень быстро адаптируются к новому аквариуму, и ухаживать за ними совсем не сложно. Желтая зебрасома – одна из самых выносливых рыб-хирургов, весьма устойчива к болезням, в качественной среде обитания и хорошо реагирует на лечение. Зебрасомы желтые больше любят сильное движение воды и богатую кислородом воду, чем тихий аквариум. Они быстрые и ловкие пловцы, поэтому нуждаются в пространстве для плавания и в то же время любят множество щелей между кораллами или скалами для того, чтобы было где спрятаться ночью. Поскольку зебрасомы желтые прожорливые водорослееды, им нужен аквариум, хорошо поросший водорослями, чтобы обеспечить их потребности в продуктах питания. Желтый парусник – это отличный кандидат на проживание в домашнем рифе.